Пикачу, ты нужна мне. Твои любимые чипсы. Иди сюда. Давай, выходи. Попалась. Грег, можно мне? Я хочу ответить. Кого же вызвать к доске? Не вижу желающих. Я хочу, пожалуйста. Нет, не думаю. О, звонок. Конец урока, так никто и не ответил. Но я же знал решение. И еще один. Боб. Что за... Упс. Я вызову... А это еще что? Плюс один. Эрика. Вот и все. Что здесь происходит? Где это мы? И что в этом мешке? Кто это сделал? Отвечайте! Никто не смеет ловить Пичу в мешок! Ребята уже весело играют. Как это мило. Подожди, мы можем договориться? Обожаю чипсы. Ты свободна. Я слежу за тобой. Всем привет. Что ей нужно? Видите эти коробки? Прячьтесь. Нет, я отказываюсь играть в прятки. У меня гарвардский диплом. Ты уверен? Нейрон, убеди его. Скорпион, прячемся! Вот и славно. Раз, два, три. Эй, это моя звезда. Ищи себе другое место. Я иду искать. Выберем моего помощника для первого раунда. И это будет... Шар с шипами. Какая прелесть. Мое любимое оружие средневековья. Мамочки! Что она приготовила? Какую коробку выбрать? Вот туда. Шарик, фас на далматинца. Ух, это не я. Тоже наш счастливчик в собачке. Там пусто. Какая неудача. Сваливай, шар. Ты уволен. Эй, ребята, а вы знаете, кто прячется в какой коробке? Напишите ответы мне в комментариях. Спасибо. Что же ждет нас на этот раз? Костер. Трепещите, ведьмы. Где же мне разложить мои дровишки? Только не возле меня. Как жарко. Признак жизни. Значит, разведу костер возле этой громкой коробки. Я выкурю тебя отсюда. Кто бы тут ни прятался. Что? Нет, заберите огонь. Подождем пару минут до полной готовности. Пахнет настоящим костром. Там действительно дым. Какой ужас! Моя коробка превращается в сауну. Ну сколько можно ждать? Давай, саркофаг. Я пришла провести раскопки. Фу, сколько дыма. Что? Эй, закрой крышку. Не мешай отдыхать. Извините. И что это было? Фух, пронесло. А, меня обдурили. Окей. Спасибо. Ладно, поживи уже у меня. Покрутим еще. Волшебная шляпа. Ну что ж, настало время магии. Привет, мой ассистент вещь. Принесешь мне шпагу?
благодарю. Шпага — это не к добру. Ух, мимо. Еще раз повезло. Да что же это такое? Вещь, неси пилу. Только не это! Она что, пилит профессора? А теперь главный трюк. Браво! Браво! Спасибо! Спасибо большое! Боб выбыл из игры. Фух, живой. О, нет. Отличный фокус. Спасибо. А ты что тут делаешь? Ой, точно. Иди прочь. Ребята, за мной. Окей. Игра продолжается. И что нам тут делать? Смотрите, там новые коробки. Прячемся в них. Раз, два. Чур, я в круг. Нет, я в круг. Нет, я первая его увидела. Нет, он мой. Отпусти, сама отпусти. Грег? Что он делает? Хотя, неважно. Так, в крестик мне не втиснуться. Что же выбрать? Энни, Бенни, Рики, Таки? Да прячьтесь быстрее. Вот сюда. Ну, конечно, ответ Х. И чего тут думать? Вот мой вариант. И как мне в него залезть? Надо постараться. Мне поможет хорошая растяжка. Вот так. Надо размять все мышцы и шею. Получилось. Ну, наконец-то. Стрельба из арбалета. Выходим на охоту. Итак, выберем мишень. Конечно же, круг. Все будет по-настоящему. Вот и моя мишень. У меня где-то был сок. Целься. Блин! Она попала? О, кажется, я перестаралась. Кровь так тяжело отмывается. Фух, это просто сок. Все целы. А где же тогда человек? Продолжим поиск. Хочешь сок с печенькой? Спасибо. Фух, крутим дальше. О, коса. Главный атрибут моего кумира. Тебе пора, проваливай. Нам не выжить вдвоем. И кого же мне скосить? Эй, что за звуки? Уроки отменяются? Бедный профессор Боб. Вот это его перекрутило. Занятий не будет? Упс, попалась. Я уже иду. Точный разрез. Приветик. Вон, ты проиграла. Лиз, вычеркиваем. Упс. Наконец-то, моя шея затекла. На выход. Окей. Мой Икс не проходит. Давай бочком, Грег. Где же нам спрятаться? В шкафчике? Нам конец. В кабинет. Да что ж такое, не открывается. Закрыто? На себя. Точно. Где нам спрятаться? Я под стол. Грег? Думаешь, меня видно? Ладно, перепрячусь. Это бесполезно.
Нам нужно другое место. Слышишь шаги? Она уже близко. Я больше не могу. Очнись, Грэб. Бежим. Опять коробки. Я слышу ее. Грэг, давай, вставай. Ну, ты тяжелый, тебя не дотащить. Ладно, лежи, не двигайся. Вот так. А у меня есть идея. Раз, два, три. Я иду искать. Водяной пистолет с кислотой. Идеальная парочка. С какой коробки начнем? Вот с тебя. Что? Никого? Какая жалость. Покрутим-ка. Покебол? Я вызываю тебя, инсинеруар. Пас. Там пусто. Ты не справился. Домой. Катана! Пошинкуем коробочки на части. Опять промах. Мне явно не везет. Футболист. Вон та коробка, твой противник. Тачдаун! Ну, как я сыграл? Вон с поля. Динамит. Пусто. Футбольный мяч. Гол! Пиньята. Ничего, кроме конфет. Мои пчелки, наконец-то что-то стоящее. Летите в эту коробку, друзья. Что? И здесь никого? Куда же они все подевались? Ну, конечно. Последняя коробка. Выходи. Есть кто живой? Я тебя нашла. Ну, ладно. Ты сам меня вынудил на крайние меры. Грязные носки дяди Фастера. И это не подействовало. Да кто же там? Он сладко спит. Ладно, не буду его будить. Грег найден и выбыл из игры. Осталась Эрика? Что же она придумала? Все коробки раскрыты. Где же тогда она прячется? О нет, ты меня нашла. Только не надо пыток. Спокойно, ты победила. Поздравляю. Кубок победителя твой. А теперь свободно. Всем привет. Эрика, ты победила. Поздравляем. Это было нелегко. А это что за... О, спи сладко, моя хорошая. Доброе утро, мир. Ты с кем споришь, ботаник? Ты почему еще не в шкафчике? Я уже туда не влезаю. А это что за... Что? Что тут происходит? Кто-нибудь знает, почему мы здесь? Привет, мои примитивные друзья. Мы с вами будем играть в прятки. Раз, два, три, четыре. Там дверь! Скорее! О, нет, она заперта. Нам не выбраться отсюда. Четыре, пять, шесть,
7, 8. Прячемся в коробках! Скорее! Я первая схватила эту коробку. Это мое. Ну и ладно. 12, 13. Я иду искать. Что же мне выбрать? О, ну конечно. Идем, мой маленький. Кто же проиграет в первом? Ты? Или, может быть, ты? А, нет, не сейчас. Мамочки, только не меня. Это кошмар. Пусть принесет. Вот здесь. Святые небеса, это не я. Странно, никого. Играем дальше. Спасибо богам. Что же выбрать? О, мои крокодильчики. Повеселимся? Какую же коробку выбрать? О, нет. О, да. Разряд? Бедняжка. Полный кошмар. Я тебя нашла. Я больше не играю. Кевин выбыл. Что дальше? Ну что ж, отрежем лишнее. Что там происходит? Святые небеса! У нее секатор, и она идет сюда! Думай, Грегори, думай! Точно, звонок другу. Привет, Венсдей! Я тебя нашла. Ты выбываешь. Лиз, выбыла. Сработало. Раз, два, бью тебя. 3, 4, взрыв в квартире. Значит, динамит. Нет, нет, нет! Нужно срочно отсюда выбираться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И бум! Что? Почему там пусто? Кто-то успел перепрятаться. Ну, привет. Приживала. Что же делать? О, вещь. Вещь, иди. Найди их. Тут и так мало места. Найди другую коробку. Я не уйду. Выметайся и убери свои загребущие ручонки. Приветик. Уберите это. Девчонки, и что же нам делать? Бежать. А так можно было? Бежим! Прятки продолжаются. О, нет, мы снова в ловушке. Прячемся, ребята! Надеюсь, меня тут не найдут. Нужно дышать потише. А где же спрятаться мне? Остались неудобные фигуры. О, бассейн. Время покормить рыбок. У нас сегодня обширное меню. Кукуруза. Что там происходит? Только не пираньи. О, кажется, я кого-то нашла. Угощайтесь. Ты чокнутая! Ты проиграла. Эрика выбыла. Прошу, на выход. Эрику съели пираньи. Нас осталось только двое. И где нам теперь спрятаться? Кукуруза. Я кое-что придумал. Что? Эй, ребята, в какой фигуре лучше спрятаться мне? Кактус, гробик, круг или звезда? Напишите свой вариант в комментариях. Она идет.
Время сладостей. Вы серьезно? Это же очевидно. Выходи. Что? Пусто? Странно. Я обыграл тебя, Венсдей. Выходи, выходи, где бы ты ни был. О, как я хочу есть. Мой живот так громко урчит. Ну же. Ладно, уговорила. Я хочу вкусняшки. Вот ты и попался. О, еда. Грег, выбыл. Ты свободен. Ребята, а где Сара? Напишите в комментариях, где она спряталась. Где мне теперь спрятаться? Ладно. Осталась только ты, Сара. Выходи. Может, тут? Нет. 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 О, мамочки. Остался последний шкафчик. И что-то мне подсказывает, что Сара здесь. Тук-тук. Сдаюсь. Поздравляю. Да? Ты победитель, молодец. Сара победила. Что? А это еще зачем? Скоро узнаешь.